Всем привет! Тапс! Тапсян! Да! А по-прежнему лежу в больнице и по-прежнему не читал никакие комментарии. Все записывается заранее, да? Все в отложенных публикациях стоит. Так, кампанию проходим. Эпоха возрождения против фермеров. Ну давайте посражаемся против фермеров. Это типа фермеры, да, такие? Ну да, что нет-то, вилы там, все пугало. У каждого фермера, у каждого уважающего себя фермера должно быть пугало. Мне написали тут, что лежит. Я забыл. Точняк, блядь. Ну сейчас не полезу комментарии смотреть. Но мне точно что-то писали такое. Тут-то что... Да-да-да, тут... Нет, это было не тут. ХЗ, ну что-то писали. А что? Не помню. Ну не сейчас, значит, да? Да, не сейчас. Ой, птичка. Здравствуйте, вы курочка? Вы вообще любой птичкой можете быть на самом деле. С таким-то количеством полигонов, блядь. Абсолютно любой. Здрасте. По-любому день в траве, да, что-то спрятано. Вот 100%, блядь. Положено, покладено, но... Ладно. Не нашел. Надо это, прочитать просто будет комментарий, да найти нормально, а не вот этим вот заниматься. Что мы имеем? Ну да, мы имеем двух пугал, а значит нам пизда. Не, ну значит нам, короче, мушкетеров, а тут вот, да? Это мушкетеры разве, блядь? Это же эти... Кто вот это? Мушкетеры, реально. Я себя мушкетеры думал со шпагами. Может вот этих взять? Да хотя их, блядь, завалит пугало 100%. Алебардочек. Если. А, соточка. Вот так вот, да? Надо по-любому мушкетера брать. Опа! Ты чё убьёшь сейчас меня? Уа-а-а! Бежим! Вот так вот, ну. Чё? А ты чё умер? Ты просто стоял и умер? А тут они кидаются чем-то? Реально? Нихера себе. Смотрите, он чем-то кидается. Он у него яички отрывает и кидает, да, в других людей? Отвлекли. На чём мы закончили там? Не знаю, не помню уже, что было. Я победил, это главное. Это мне зачем, блядь? Это типа за меня? Это, а нет, это простые лучники, да? Они же без шариков. Это же бесшариковые, да, лучники? Да. Наипростейшие, но... Тут-то что-то еще сказали. В пень, кажется, воткнуто топор. Это про это место говорили? Все может быть. Где пень? А где топор? Пень и его друг топор. Может не про сюда, да, может не ту. Я уж все, у меня все в голове смешалось. Люди, кони, ну. Не, тут, да, тут я нашел, да, это шута. И кто-то тут еще точно есть. То ли на дереве сказали, то ли где, блядь. Может так можно увидеть? Ну, конечно, можно, блядь. О, Барт. Реально. По барду с каждой стороны. Фига себе. Не, надо это комментарии открывать, читать. Я так не вспомню, это точно. Тогда. Да все, играем, ну. Че думать-то? Думать-то нет смысла. Ну, мне надавали вот этих вот говнарей. Зачем? Ну, чтобы были, допустим, да? Допустим, мы любим говнарей. Моя любовь, говнари. Так, вот этих вот... Ну тут-то три катапульты, это что пиздец? Это же, блядь, у меня всего 3000 денег. И могу делать только мушкетеров? Реально? Это за странная катка. Ну реально ж не могу, кроме мушкетеров, никого. Что-то я все последнее время одними мушкетерами, да, играю? Ну они сильные. Поров нет. Так, ну, хорошо. Будем играть вот так вот.
ставить, да, подвое, чтобы катапульта не убивала всех сразу. Ну давайте глянем. Не убивала всех сразу, блядь. Эй! Этот упал, блядь. Ты реально упал. Зачем? Давай, давай. О! Я б на вашем месте отходил бы. Ты убил своего? Блядь, тебя за это тоже сейчас убьют. Ну, понятное дело. Ну, почти получилось. Только надо было это. Ой, что-то мне сегодня с нажатием кнопок как-то все странно, короче. Уйду такую тварю. Ну тогда... Не, ну нельзя доставить впереди этих 100%. Вот просто нельзя. Должны... Они все должны получить по жопе. Они типа танки у меня. Да? Да. Вот так вот. Надо это подъехать поближе. Вот, давай, поехали. Во! Одну сломали. Нормально. А вы что, зачем идете-то, я не понял. Мушкетеры, вы дебилы, что ли? Можно понять, блядь, этих? Они дебилы, однозначно, вот 100%. Фига ты оба... Ой, тут уже одно сено уже тут тусуется. Ну все, вы не жильцы, парни. Это 100%. А вы зачем идете, я не понимаю, вы издалека стреляете. Че, ваше колоссальное преимущество в том, что у вас большой рейндж. И вы все равно подходите. Эй, блядь, пришел. Он нифига палкой в глаз ему тыкнул, да? Ну, блядь, да. На, говорит, палку мою. Отведай моей палки. Вы как пощечили, сука ты. Ты в меня стрелял из лука, сука, умри. Эх, блин. Опять? Ой-ой, ну тут хоть 5000 дают. А вы кто? Вы короли. Оу. Своих убьет. Не-не-не-не-не. Ага. Веселье сейчас будет. Да, ведь будет? Да, должно быть веселье. 100% будет веселье. И пару мушкетеров, да, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Во. Полетели. Зачем еще-то шариков? Это, знаете, они день рождения, на день рождения пришли, да, блядь, а там такое веселье, такой челлендж, блядь. А чё, короли не летают? Тяжелые очень, наверное, да? Ты на... Нихера ты там, блядь, отвешиваешь мне люлей. Ты король, ты чё? Ну, короли реально не летают. А почему короли не летают? Короли должны летать. Ну да, слишком было красиво. Не, ну их слишком много, да? Вот. Хватит, вот это. Мне нужно кого-то еще алебардистов, да, наверное, сделать. Ну точно не фехтовальщиков, блядь. Вот алебардисты, кстати, зайдут. Во, поехали. Поехали! Бах! Бах! И ногу, смотрите, ему просто... Ты, у тебя нога выжила, да? Бах! Бах! Нихуя себе. Бе по яичкам, что ли, заехало? Вы же выживете? Бах-бах-бах! Полетел, блядь. Ты чё, блядь? Вставай, иди сражайся. Полетит, блядь. А кто? Ты там это? Вы тоже подошли? Зачем? Мы любим подходить.
Да? Да, конечно. Полетел, ну. Ты там, блядь, не понял. Вы стреляете по королю. Вы по кому-то, ты по кому стрелял-то, дебил ты мушкетер, блядь. О! Да не, короли затащат, блядь. Хера они живучие просто, блядь. Да? Охренеть. Вот это да. Вот это поворот. Вот. Ну тогда тут надо... Не, ну они тоже, их тоже короли растащат. Тут короли всех растащат. Их даже поднять не могут, шарики. Да, танк делать, значит. Вот тут-то вот, да? И мушкетеров вот. Как раз таки. Вот тут. Вот тут. Вот тут. И вот тут. И все, да? Да! Воу! Против танка-то не попрешь так просто, да? Да? Или попрешь все-таки? Или попрешь? А, нет, или не попрешь, да? А чё ты там? Во, блядь. Я ж говорю, не попрешь против танков. Ой, блядь. Ой. Нифига, вы видели, снизу его так хоп, подсекнул. Вы там двое еще живы, да? Кручу-верчу, запутать хочу, ну. Ой, идут, блядь. Нихуя короли сильные, да? Они все... Во, убил наконец-то. Вставай давай. Во, ну да, ну да. Против миличников танк прям вообще очень силен, потому что его нужно как-то... Поси... Вы пизданулись, что ли? Вы реально, блядь, так вот, да? И я могу одних мушкетеров только делать. Я не знаю, что делаю, блядь. Да нет, это хуйня какая-то. А, подождите, мне сказали, можно зажать. Это... Гдовсь! Блин! Ну, блядь. Ну, все, конечно. Пизда вам, блядь. Мало вы королей-то как бы убили. Не-не-не. Так вот, да? Хей. На дереве пусть будут. Что, жалко, что ли, блядь? Чтобы они как бы это, да, по кругу стояли, они типа идут их убивать. Они ж не могут, да, кучами их косить, короче. Они будут потихоньку их. Блять, сейчас, ну... Спрыгнули, блять. Вы своих еще убиваете, вы ебанулись просто. Двое вообще просто упало и умерло, блять. О, блять. Поскидывали тоже. Давайте там, блядь. На... Во! Вот в этом идея. Они пока идут потихоньку, их выстреливают, да? Блядь, да своих-то не убивайте выстрелами, дебилы. Хера как сложно, блядь, получается. Ну да, это все понятное дело, блядь. Сколько их осталось? Четверо, блядь. Да, понятно. Тогда тема в том, чтобы типа так же сделать. Видите, они в один ряд, да. И нужно, чтобы нам, мы стреляли, чтобы это, ну, рикошет шел, да? Вот так вот, блядь. То есть, блядь, не хочешь ставиться. А, денег. Да, блин, не та. Да не та кнопка, блин. Где? Вот это. Они друг друга не убьют, интересно.
Вот так вот, типа. Убивают друг друга, сука, я не могу. Понятно. Не, тупая идея. А есть что-то, может, как-то поставить, да, их? Вот тут, а вот, да, типа, пока не... Да какая не та кнопка? Становись, блин. Аж бесите. Тогда остается только так. Вот так вот, да? Сука. Да ты хорош падать! Да не, что-то херня какая-то, да? Бля, это сложная миссия на самом деле. Слушай, а реально одними этими мушкетерами нужно затащить. Да? Больше же никого нельзя? Да, только мушкетеры. А чтоб они сразу, да, стреляли, типа? Блять. Упадет же, да? Чтобы, да, не подходили, ничего, сразу начинали, блять, борьбу. Борьбу. Борис, борись, давайте. Смотрите, да, сколько пуль мимо пролетело, блять. Давай, что дальше сделаете? Вы все перезаряжаетесь? Они-то бегут уже, дебилы. Ну давай. Не, хуйня какая-то, да? Все, блядь. Ну, что-то как-то. Да какая, блядь, почему я эту кнопку все время жму? Так вот, да, сделаем. Надо, чтобы они их стопорили, да? Типа, по чуть-чуть стреляли. Вот так вот. Типа, те пока подходят, эти стреляют. Потом те от, у тех откатывается. Да, они все почти стрельнули. Вообще, вообще не идет никакого понимания, как... Да, блядь, бесишь, сука, ебаная кнопка. Лезет, да? И все тут. Не тут же тупо их делать, да? Они ж поверх, поверх пойдут, да, эти там. Да не, не, это тупость какая-то вообще. Самое, что ни на есть, тупость. Ну тогда остается... Типа вот так вот сделать, да? Вот так вот. Вот так вот. Ага. Да не, херня какая-то. Ну вот тут-то, да, получается, они... Да-да-да. Вот тут надо делать. Вот где второй ряд я построил. Да, блядь. Вот тут-то вот делать их, да? Ну типа... Слушай, блядь, упать, как они бесит падать. О. Ты же не пойдешь, да, с ними? Да не, это херня все. Давайте тебя возьмем. А, ну да. Я просто думаю, может как-то
Это хуйня, конечно. Ну, попробуем, что. Ну, бред вообще полнейший. Ну, они же спрыгнут, они 100% спрыгнут. Ну, давайте посмотрим. Да кого, блядь? Они стоят, блядь, вот тут, да, спрыгивают, падают нахрен. Конечно, они там спрыгнут. Нет, тут нельзя, жаль, поставить, да? Да так высоко, типа, нельзя ставить. Ну ладно, чё. Да, спрыгните же. Нет, смотрите. А, нет, смотрите, пошли и спрыгнули, им похуй, да? Ну, типа, я одного могу держать там, да, и, типа, и расстреливать их долго и упорно. Но другого у меня другой мысли нету. Но они, эти пошли самоубились, да? Молодцы какие. Стой, блядь! Ой, блядь, ублюдок, а маленький. Не, ну идея понятна, да. Оставим все так же. Только... Так куда... Блядь. Будем стоять. Они все будут тупо падать, а мы будем стоять вот здесь вот, да? Да. Они еще друг друга бьют, да? Ой, нихуя их убили, блядь. А почему в прошлый раз вы не могли их убить? Минус один там, да? Ага, блядь. Он орет на них еще, матерится, говорит, вы, сука, уроды, прыгайте в воду, блядь. Да-да-да, ща прыгнет, смотрите. Я вообще попадаю по ним, блядь, интересно. А ты чё там ходишь, блядь? Дебило ты кусок. Где тут ещё можно, блядь, спрятаться, чтобы они прыгали и падали, типа, в воду, да? Сколько их осталось? Трое? Коцаю их, интересно, или как, блядь? Тут, видите, да, они, типа, на краешек прыгают. Мне нужно чуть там, вот тут стоять. Я не понимаю, я их реально хоть, блядь. Вот ты упадешь. Да, да, ну надо просто подождать. Они потихоньку все сдохнут. Утугу, да. За короля, горит, блядь. Сейчас тебя поймаю, смотри, блядь. Способ победы, блядь. Это стратегия, я использую ландшафт. Давай, бульк. Победитель по жизни, блядь. Говорит, а что было-то, блядь? У меня такой еще взгляд, такой... Хуя себе, блядь. Это называют королями? Кстати, вот тут я смотрел в бочке? Не, тут не смотрел. Интересно, блядь. Не, ну молодцы мужики, чё. Не стали меня долго мучить. Поспрыгивали в воду. О, опять я обратно вернулся. Тут сказали, в какой-то башне мага тут что-то. Или нет, башня мага в другом месте. Тут я лук тогда нашел. Ну что-то мне еще говорили, что тут вроде есть. Бля, я уж все забыл. Ну говорили, точно. Точно было. Или это... А, нет, это перед этим замком там, когда это, да? Да-да-да. Так, что это? Эпоха Возрождения против античности. Нам античность, в общем-то, ничего не сделала. Почему мы против нее? Мне даже нравится античность. Скажу больше. Денег-то немного. Лучники.
Угу. Баллисты, конечно, тут выглядят очень опасно. Но в целом фехтовальщики, мне кажется, тут зайдут. Сколько вы? 150. Так они вообще тогда зайдут отлично. Да? Вот так вот, блядь. Тут-то. А тут мы сделаем вот на баллисточку, да? Одного вот этого, да, вот так вот. Угу. И еще мы сделаем. У нас есть. Не, ну, четырех не стоит. Может, этих лучников, да, сделать? Вы же не дебилы, да? Тупой вопрос, конечно, вы дебилы. Ну, может, вы все-таки сегодня не дебилы? И не будете спрыгивать? А вдруг, да? Вот именно сегодня вы не дебилы. Ты зря так, мы дебилы полные. Зря ты нам доверяешь. Сука. Можно я тебя нарисую? Иди нахуй. А ты как умер, блядь? А, ты не умер, ты просто снизу подъебнул его. Укол. О, да, вот это вот, типа, в этом идея есть. Он, типа, пролетает, да, и оп, сразу баллисточку ломает. Они те. Она. А она дура. Ну это хорошо, что она дура. Ты полетать, да? Ну давай. Смотрите, они не дебилы. Вот тут, это же этот не дебил, смотрите, да? Хуяся, он не. Какой. А ты все там, да? А, она жива. Ты мимо пробежал. Не захотел с ней сражаться. Ну, тебя можно понять. Она тебя с одного удара может убить, блядь. Нифига себе. Вот да, вот именно вот так вот. Я, именно про это я и говорил, да. О, промазал, это ты зря. Ну, один раз промазала, другой раз нет. Это, кстати, не, она не промазала, потому что она потом сразу. Пага такая, да, валяется. Во, он сюда не дошел. Ну, он, получается, конь, да, пробежал вот здесь, вот так вот, пробежал мимо баллисты и побежал туда, что ли? Ты как бы мог бы баллисту по пути подцепить, убить? А она потом развернулась и убила тебя. Ну, вот так вот, да, блядь. Нет, тут ничего, не спрятали. А вдруг, да? Тут любят почитать, я смотрю, много свитков. Ну, ладно, пойдемте дальше. Главное, были шарики. О, тут, говорит, башни магов ты что-то найдешь, блядь. Здесь башня магов? А как определить эту башню магов? Чем она отличается от всех остальных башен? Не, подождите. Не, это не вход в замок. Не, другое. Да. Это, я тут находил что-то. Ну, тут, наверное, что-то еще есть. По-любому. Тут везде что-то есть, блядь, в огромном количестве. Нихера там. 4 Зевса, 4 Минотавра. Ого. Вау, просто. Нет слов, блядь. А сколько денег мне дают? 8 тысяч. А. В натуре. Ну, понятное дело, будет один танк. Это вообще гадалки не ходи. Ну и. И. О, да, по коняшке будет, точно. И, короче. Ну и да, и вот эти ребятки, блядь. Вот тут вот так, опа. Опа. Ага. Поехали, блядь, сейчас смотрите так. Да-да-да. С нами не за... Ты нахуй только не убей коня. Блядь, ты убьешь коня, понятно. Жалко коня, конечно. А не, он все еще жив. О, здрасте, блядь. Ну, Зевсом я точно знаю не убить эту, блядь. Мои Зевсы не убивали этот танк. О, блядь. Я ж говорю. Полетали и хватит. Все, блядь. Всех лучников убили. Ну, танк жесткий, да? Смотрите, просто закатывает, блядь. А, поражение. Все-таки 4 Зевса, это круто, да, понятно. Ну тут-то вот эти вот были ни о чем в целом, да? Ага.
Не-не-не. Да, блять. Ну ладно, посмотрим, что получится. Хуйня получится, я понимаю, ну посмотрим, да? Ну да, да, да. Однозначная хуйня. Вот эту кнопку-то я опять же хотел. Да, нажмись ты уже. Танк, да, поближе поставим, чтобы сразу долбил и в этих. Угу. Тут-то 4 алебарды. Тут тоже. И. А, нифига. Давайте тогда по 3 алебарды сделаем. И мушкетеров, да, на все. Вот так вот. Во. Блять, не-не, мушкетеров там не место, да, однозначно. Мушкетерам вообще там не место. Потому что эти, да, безумные, блядь, бегут туда. Безумцы. Нихуя, эти живые все еще, ну, уже умерли, конечно. Ага. Хорошо. Да-да-да. Тогда мы их вот тут и сделаем. А что, соточка еще? Вот сюда мы художников сделаем. Ага. Эти сейчас художников будут бить, а эти будут стрелять. Нихуя. Сбрило, блядь. О, о, ебать, блядь. Реально. Забавно, да. Даже его еще ближе поставим. Все, можно вот так поставить. Ну давай, давай, ну. И на все, вот тут вот алебардистов, да? Не на все. А вот тут вот, вот так вот, да. Поехали. Хуя себе, блядь. Не, ну дико-дико, конечно, блядь. Споров нет. Че, у меня, возможно, мушкетеры с одного удара его даже не убьют, да, Зевса, блядь. Они не попадают? Вы, блядь, вы реально? Фига себе, блядь. Ну тогда остается только вот так. Может они хоть Зевсов будут, блядь, бить? Во! А реально вы убиваете Зевсов? Реально? Реально? Я думал, что там как бы это, да? Типа Зевсы сейчас их поубивают, но пока хотя бы не буду трогать эту, блядь, танк и все. А они просто взяли и всех убили. Тут даже танк, если честно, не нужен был. Можно было сделать, да, мушкетеров на заднюю линию. И мушкетеры бы больше бы... Полтора косаря. Круто. Что вы тут? Ну, вы, блядь, фехтовальщики вас не смогут убить. Вот их еще смогут, а вас нет. Ну... Давайте, да? Вот так вот, вот тут. Хуйня, да, полная. Ну да. Вообще полная хуйня. Ну, как бы да, в этом что-то есть. Ну, конечно, нужно делать было вот здесь вот. Пока они шли. Да? Ну, и двух художников вот тут вот. Поехали. А, вот, у них расстояние вот такое вот. Они должны, да, эти тоже на художников идти. Тем нет больше художников. И ты еще художник... Труп отправил полетать, блядь. Во. Надо маленькими кучками их делать. Угу. Что пока дойдут, блядь. Ну понятно, понятно. В целом все понятно. Так, тогда реально вот здесь вот их делаем, да? Бля, ага. Их. Именно их мы и делаем. Вот тут-то 4, да? Даже 5. Алибардист тут-то затащит как-нибудь? Может быть, кстати, подержит на себе какое-то время. Ну и пару художников с ним пойду, да? Зарисовать его победу, но... Блять, я не могу просто. Лучники, вы ебанутились.
Он умер, да? Ну да. Логично, блядь. Он умер. Ну да. Попробуем вот здесь их сделать, да? Вот здесь вот их сделать. Пока они там ходят, эти убьют, да. Во, вот здесь вот, да? Вот так вот. Мне нужно растянуть их. Эти, главное, должны убить. Если эти справятся, те потом будут подходить эти и будут расстреливать. Тактики, ебать, галактики, ну. Блядь, ну ты чё, вы чё, как вы сделали это? Ну это хуйня, да. Слишком долго их убивали. Да, да, да. Так, что можно сделать-то еще такого? Классного, блядь. Ну опять же, тут, конечно же. Не-не-не, обязательно. Вот такое количество. Их там слишком мало было. А тут мы художников делаем, чтобы вот эти повернули туда. Да, они шли. Во-во-во. О, а этих больше, да? Смотрите, да? О-о-о. Ну не убивайте, ну парни. О, молодцы. Не убили. Во, разворачиваемся. Давай, поехали, блядь. А? Отвлекающий манёр в два художника. Я знаю, что они ненавидят художников. Они по-любому пойдут на художников, блядь. Терпеть не могу, когда рисуют, блядь. Говорит, чё, блядь. Руки чешутся убить какого-нибудь художника. Вот аж щит, смотрите, поднял, блядь, от злости. Это вам, блядь, не просто шарики. Я люблю шарики. Я тоже. Давай любить их вместе. Ой, ебать, тут тоже... А, нет, про эту, кажется, ничего не говорили. Тут что-то есть. Ну там столько написали, я-то на бумажку выписать не успел. Надо было выписать, блин. Ну выпишу потом. Я эти комментарии специально выделил. Выделил. Не стал их лайкать и это. И там и другие штуки. И отвечать на них, чтобы они не пропали быстро у меня в этих комментариях. Короче, неважно. Я их выделил. Будем считать так. 3,5 косаря против этой армии. Угу. Понятно, блядь. Берсерки. Ну конечно же, как без берсерков. 3, 4 ярла. Угу. Вообще, и я не могу делать РДДшек. Охуительно, что тут скажешь, блядь. Ига-га. Вот так вот, да? Не знаю, фехтовальщиков 10 штук сделать. Попробуем, давайте. Так, стоп, тихо. Все, нет тебя, что ли, блядь? Я уже убили. И тебя. Нихуя себе. Вау. Неожиданно просто вот это вот. Не ожидал их увидеть у себя на поле боя, блядь. И что для них можно сделать? Но они явно там должны оставаться, да? Конечно. Тут просто... Художники будут их ловить, там, да, вот это, стопать. Эти-то убьют кого угодно, и надо только время дать. Мы хотим рисовать! ну да, блядь. Это что вот это вот, блядь? Сейчас. Ну понятно, делаете, все еще прыгают, блядь. Не, ну это да, это было тупо. Их просто убили свои же, блядь. Он на дереве, да?
Ну ладно, там, не страдай, блядь. Тебе плохо, походу, да? Выдвигаемся! Что-то они одного так убили. Ну давайте. А, ну все, они дошли до вас, блядь. Все, вам пизда. Ну понятно, блядь. Че это тут осталось у меня, блядь? Можно убрать. Я этого сюда не звал. Так, сколько мне нужно убрать фехтовальщиков? Во. Чтобы их было 5. Поехали. Ща. А, тут же ускорение есть, блядь. Поехали, блядь. Вот на этих буду смотреть, что сейчас будет. Во. Все, вы их убили? Это или, блядь, мои им в спину настреляли, блядь? Ебать нахуй. Реально, вы вот просто взяли и умерли, да? Хм. Это интересно. Может их тут сделать? Как-то, блядь. Они реально своих убили, уже видели, да? Ну вот сейчас лучше, да. Сейчас они не по своим хотя бы стреляли, блядь. Угу, да. Берсерков навключали, блядь. Ну давай, блядь. Сможете их убить? Им чуть-чуть осталось, да? Ты повис, сука. Ну, блядь. Ты чё там, блядь? Затыкайте их. Эге. Ну почти, почти. Вот эти вот как-то плохо себя показали, да? Может тут никого не делать? А сделать их вот здесь вот? Давайте попробуем. Тогда видите, они к ним пошли. Они убили только, блядь, ну вы ебанулись, да, вот просто. По-другому ты и не скажешь. Ну да, смотрите, это уже лучше тема, блядь. Сейчас, если они нормальный такой могучий залп дадут, да, то им пизда, скорее всего. О, я ж говорю, блядь, один остался в берсерке. Но он пока там, да, идет, смотрите. Его, блядь. Ну давай, давай, что ты можешь, давай. Да я, говорит, да хуй, я что могу? Только дойти, дойди. Ну ты сейчас, берсерк пропал, все. Последний тебе выстрел. В лицо, смотрите просто. В шею был убит. Бля, обидно быть убитым в шею, наверное. С другой стороны, хорошо быть выжившим. Да, это тактика про канала. Мы их просто как-то, да, сгруппировали всех в одну кучку, что... Ой, бля. Летающие жопы. По-другому и не назовешь, да? Ну реально же летающие жопы. Почему ваши жопы хотят в полет? Почему у вас жопы легче тела? Потому что там много газов. Ой, опять могу только мушкетеров. Опять надо как-то их, блядь, ставить, да, вот так вот, потому что... А то они же, да, сбривают. Яу, говорит, бля. Яу, бля. В лицо, блядь, прилетел. Ой, девочка, мне так тебя жалко, а. Сейчас вот эту, да, тоже смотрите. Давай. Хочу смотреть, хочу видеть, как ты умрешь. Давай. Ну, вообще легкая, да. Ну, блядь. Я говорю, я в последнее время одними мушкетерами играю. Ну, тут можно все. 5500. Ничего себе, блядь. Один ярл всего. А вы кто такие, блядь?
А, вы бычки. Хорошо. Это... Ага, это берсерки. Угу. Подожди, нет, говорили, что тут кроме головы еще что-то есть все-таки. Блять. Ты, говорит, не нашел. Шапку, что ли, какую-то? Бля. Да-да-да, было такое. Обязательно найду. Обязательно. 100% когда-нибудь найду. Так, давайте сначала победим лучше. Найдем победу для нас. Тут очень много берсерков и бычков. И всего-то один ярл. Это тоже все берсерк? Тут очень много берсерков. Против берсерков, мне кажется, фехтовальщики заходят, потому что они пуху вперед держат, и те на нее так насаживаются. Вот. А еще, мне кажется, что тут очень хорошо зайдут эти шариколучники. Шариковые, короче. Вот так вот. Вот так вот. И тут тогда шариковые лучники. О, ну и один художник. Вот видите, во-во-во, оп-оп-оп, их, да, задавили, задубасили, распиздясили, ну. Во, блядь. А-а, говорит, а-а. Во, бычок полетел летать. Ну смотрите, они все живы, они мертвы. Я же говорю, блядь, против берсерков они просто идеально заходят. Они в них прыгают, они шпажки свои вперед. Эй, говорит, прыгай на меня, блядь. Вау, колбу приставил, блядь. Прыгай. Ого, говорит. И двое в полете, ну трое уже. У, блядь. Яро, полетаешь, может? Бля, ну вы как пропустили-то их? Вы чё? Ну, они, эти не убьют Ярова, 100%. Но это там, потому что пропустили. Ну да. Понятное дело, что не убьют. Он еще раз в берсерк войдет. Просто вот эти вот не справились. Почему вы не справились? Объясните мне, блядь. Что лучники этим помогали, да? Потому что нужно меньше их, да? И больше лучников. Скорее всего, да. И художников, логично, нужно было просто больше. Да, да, смотрите. Полетели, блядь. А тут уже все мертвы, да? Блядь, главное успеть всех в полет отправить. Больше Да не, это хуйня, да, они, блядь, все, напрыгнули. Им уже не справиться. Понятно, чё, блядь. Тогда... Блядь, чем там, вот тут-то вот три? Не-не-не. Вот так вот, да? Еще по одному вот с каждой стороны. Поехали. Ну, я не знаю, кого они убили, кроме своих. Они вообще, да, ни с кем не справились. Чё? Налетали наши... А, так смотрите, нихуя мы пока можем, да, что-то еще, подождите. Этот летает, эти там есть, да, эти стоят, тут всего один бычок и два берсерка. А как вы эти... Нихуя себе, вот тут вот как-то, да, победили, я даже не заметил, как. Во, Ярова, да. Бля. Не, ну, во, в лицо. Все, Ярл, давай, полет, ты же любишь летать. Я, говорит, очень люблю летать. Давай там. Ты опять в берсерк вошел? Ты хорош, ты уж там был. Ну, я надеюсь, вот эти его убьют. И, говорит. Я услышу, как сдувается шарик. Давайте, парни. Погни быстрей. Да, надо было на них просто крикнуть хорошенько. Я не сразу. Есть, сэр. Ух. О, опять эта карта. Ну я тут все нашел, абсолютно. Ты кто такой? Ты,
вообще кто? А ты, наверное, какой-нибудь сёгун, да? Типа из этих, из секретных юнитов, которых я нашел, да? По-любому, смотрите. Вот это жестко, конечно. Вот это прям вау. Это прям ух. Жесточашно. Ну, хотя один танк и все. Ну, лучников тут делать. Мушкетеры, кстати, простреливают, да, я помню. Я думал еще, интересно. Смогу я ли? Против мушки... Что это было вообще? Что это вообще? Против мушкетеров выстоять. Не смог. Самураями. Раз, два, три. Угу. Ну, пока попробуем так. Ну, понятное дело, да? Вот тут-то вот будут стоять. Четыре. Еще по мушкетерчику. Ну, да, да. И потом... Что у нас? Косарь 800. Еще одна по мушкетерчику, да? Тут же никого нет. Часто из воды, правда, выйдут, блядь. Вот тут-то, да, по мушкетерчику. Ага. Еще тогда этих двух. Ну, художника, да. Сколько упадет, интересно? Чекайте. Ой! Вау! Вау, видали, да, вот этот самый сложный враг со сёгун сразу прыгнул, короче, в этот, бля. В дырку. Ну, правильно сделал, в принципе. А чё? Чё пытаться победить? Чал? Оп, тоже, да, упадет, блядь. Ей, отбивают, отбивают, значит, они выстрелы тоже. Хорошо, будем знать. Пришли такие, да? Блядь, шли-шли и пришли, ну. Ой, там, смотрите, идет один. Ну давай, блядь, посмотрим, кто кого. Давай. У них перезарядка. А у тебя что? А у тебя все на мази. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Ну да, ты, понятно. Все равно ты поймаешь свою пулю, мразь. Че будет? Где? А, хвача. О, ой, ба. И вот эти, да, вот эти вот, которых я тоже, ну, прикольные как бы лучники. И чё против хвачи чем идти-то? И тут еще, ничего себе. И тут еще надо стоять. Нет, тут не стоят. Отхвачить-то. Отхвачичи чем? Ну тут мы, понятно, сейчас, короче... Вот так вот сделаем, да? Они же должны зарешать. Они прям вот решалы. Я думаю, хвача их не сможет победить. Блять, как же бесит это место, а? Кто бы знал. Подъехать вот так вот, да. Четыре штуки мы тут поставим. Потом... Не, его... Ну хотя, может быть и стоит. Да, да, как раз таки, да. Два таких будут, туда побегут. Во, точно. Тут мы еще сделаем трех. И на остальное... Нет, на остальное не получится. Вот на остальное, да. Вот. И тогда фехтовальщика одного. И художника тоже одного. Все, поехали. Вот я хочу вот с этими сейчас понаблюдать. С этими-то понятно все. С теми тоже. Ты куда? Угу. Вот. Ебать, как мне вас жалко, парни. Надеюсь, она промажет по большей части. Но она в одного только зарядила. Ты в кого? О, ты от... Ой, бля, лошара. Ну ты как бы не улетишь, я точно знаю. Вот тут у вас как дела? Художник, сейчас я тебя нарисую. Вот тебя, вот, блядь, тебя именно, да. Так, ну, что мы имеем? Ага, давай. Давай, давай, нахвачу, иди. Ну, ща он опустит на нее пуху, все понятно. Ты умерла. Вы сейчас умрете, смотрите, блядь. Бля, как тебя жалко-то. Он сейчас всех вас замучит, да?
Ну да, понятное дело. Ага. Вот эти были вообще не нужны. Нихуя себе никак не показали. Понятненько. Вот эти... Лучше да. Вот. Угу. Вот так вот трешечку, да, сделаем. Тут еще сделаем. Вот так вот. Во, блядь, пробито. Пробитие засчитано. Вот это, конечно, жестко. Да? О, нихуя как сколько мимо, блядь. Давай, блядь. Победи нас. О, вот этих, конечно, жалко парней, блядь. О, они выжили, нихуя себе. Давайте вы там стрельните. Во. А вы хвачу не убили? И вы пошли вон на лучников, блядь. А, то есть на самураев. Ну, понятное дело, что вы умрете, блядь. Кто бы сомневался. Один лучник, да, убил всех этих моих. Беги! Не успел убежать. Беги! Он лег на меня, он меня насилует. Ну да, хуйня. Вот эти не нужны тут. Их сразу хвача запиздярило. Эти хорошо тут зашли. Круто. Но эти пошли бить, блядь. Я вот в этим стану и убью, короче, хвачу. Вот 100% стану этим. А ты, кстати, да. Ебани туда. Ты ж прямо, да, это сделаешь. Я ж надеюсь на тебя. Я ж могу на тебя рассчитывать. А вам еще вот, смотрите, парни. Блять. Побежал сразу туда. Нормально. Все правильно сделал. Сейчас стены меня, правда, нахуярят. Блять, убили, ничего себе. Ой, блять, ну. Ну да, если б я сразу его взял бы. А не какого-то, блять, этого. Кто там, F-кой? Ты там лошадь что-нибудь сделала? Ты лошадь дохуя что сделала? Блять, вы ни хрена себе. Вы просто пошли и умерли. Бля. Ну да, это опять тупость очередная. А, она уже выстрелила, блять. Ну давай, блять. Парни, зачем вы идете, а? Ага. Там что-нибудь осталось интересное? А, ну, очень интересно, блядь. Зачем вы там остались, я не понял. Ну, они отбили, да, все. Да, конечно, вы не победите их. У вас там, блядь, КД огромнейшее. Почему, когда я, блядь, это заряжаю, да? Типа, когда включаю, у меня переносится, блядь. Ой, блядь. А, вот так вот. А ты то есть, блядь, выжила? Не понял. Ну, я не понял, как так, блядь? Да, блядь, бесишь. О, бля. Ну, а можно как-то там какой-то кнопкой нажать? Табом, например, да? О, так таб это да. Ничего себе. Тогда. Иди, 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 иди. Пойдешь другую хвачу сейчас убивать. Как... Ой, не, не попади. Молодец. Блять.
ёбаные лучники. Прячься, блядь, за стенкой. Чё? Ой, там, смотрите, они победили. Ох, молодцы. Вот, правильный, нужный, вовремя выстрел, блядь, все решает, но... Правильный, нужный, вовремя. Ну он же... Вы что такое, блядь? Вы вообще, вы тоже, да, какой-то секретный юнит? Вы у вас типа... Нихуя себе. Мощно. Вау. Сколько денег? 3600. Ну это последняя каточка будет, наверное. Это на сегодня я, пожалуй, закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!